Осада Шанхая, штурм. Я одного не понимаю, зачем играть в эту игру и прокачиваться там до 20-го, до 30-го левела, если ты все равно всасываешь. Просто нереально всасываешь, и тебя обгоняет человек, который только-только начал играть с третьим уровнем. Серьезно, ты даже не делаешь то, как нужно. Вот в прошлом, позапрошлом раунде, я не знаю, как это сказать, в прошлом раунде, когда мы оборонялись, вот так вот надо сказать, был момент, когда нужно было обороняться. Никого нету на точке, на которой я стою. Никого. Все стоят на другой точке, потому что... что... И даже когда одну точку взорвали, на которой я оборонялся, я пришел к той точке, которую обороняли эти люди, и я три раза разминировал ее. Потрясающе. Просто... просто... муа. Естественно, он сел в танк, и ничего не... О, господи, здесь еще и с танками все дело. Звук багует. Потрясающе. Приказы, сплин. Сэм Фишер, заткнись и просто делай что-нибудь. Отлично. Вы это видели? Где он висит? Где он висит? Так, это свой танк прилетел. А где вражеский вертолет? Я его слышу, но не вижу. Ой, я за китайцев играю, потрясающе. What the fuck? Никого не вижу. Пошел вон. Кто-то снизу идет. Охереть! А, меня убил кто-то снизу, окей. Это был отвлекающий маневр на вертолете. Отлично. На Б опять никого нет, смотрите, никого. Все, они уже все здесь. Вау! Просто вау! Почему никого нету на Б? Зачем вы все бежите на А? О, нет! Ну, господи, я сейчас за... Зачем вы все встали в одном месте? А, они все на Б сейчас? Да я уже убежал от нее! Вы посмотрите, как... Какой радиус взрыва у нее! А, да это что ж такое-то, блин? Почему никто не поднимет? А, он сам себя убил только что, вы видели? Да-да-да, помогу тебе, Viper F. Все. Скончался. Вместо того, чтобы подождать остальных, он скончался. Но я не могу точку высадки выбрать. Что за херня? Нажимаю во все стороны левым стиком. Что они сделали с управлением? Отлично. И все на Б. И все Б просрали. Ну, я не знаю, как назвать этих идиотов. Вот что? С чем? Вот что вы сделаете здесь? Вы не нужны здесь абсолютно на этом сраном танке. Я сейчас выйду нахер отсюда. Я не могу с этой дебильной командой играть. Опять всех нормальных игроков. Да, смотрите, поле. Вот все игроки, которые были нормальными в прошлом раунде, здесь всасывают опять. Какого хера? Черт, противник захватил базу. Прием. На каком я месте? На седьмом. Ладно, я пока что не могу бочку катить. Алло. Нужно отступить. Фак. Сядь за нее! Пока. Сосал, да? Выйди! 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 Да я не мог выйти, я зажимал квадрат! Да что за...
ботва такая, а! Назажимал я этот сраный квадрат, выстрелил и сразу зажал. Ну, видимо, здесь какое-то время надо пожать, пока выстрел пройдет, окей. Ну, вот... Это самое непонятное управление при выборе респауна в мире. Что вы делаете? Ребят, что вы делаете? Вам не надо здесь сидеть, вам надо точки держать. Сейчас точки А спокойно пройдут. О, боже мой! Я косой, я знаю. Ну, я сейчас выйду, серьезно. Это слишком легко. У них даже респауны еще не закончились. Даже до середины не дошли. Они все проходят спокойно. 70 респаунов! Окей, они разминировали. Окей, спасибо. На этом. А где точки вообще? Снизу одна. А где вторая? Они все снизу? Почему вы сверху стоите? А, это свой танк. Я подумал, нихера себе он въехал, как шикарно. Свой. Шикарно встал. Спецулучшение какое? Я не знаю. Что выдали? Я, скажете, его не убил, окей, ничего я с ним не сделал. Ладно. Опять польский бой, блин, он, видимо, хорошо играет. Ну, или везет на меня. Убей танк его, пожалуйста! О май гад! Что вы делаете? Вы вообще... О, боже мой, почему они здесь-то стоят? Бесконечный респаун, потом можно забить. Они сверху еще могут пройти. Что-то я не заметил этого сраного Леволюшн. На всякий случай. О май гад, там танк. Там сраный танк. Я так хотел его убить, что не заметил этого паренька. Ну, главное мне их остановить. Пока что все окей. Никого, конечно, из отряда нету, да? Алло? Почему? О, боже мой, это самая сложная система управления. Куда они уходят вообще? Смотрите, они вообще в другую сторону пошли. What the fuck? О май гад, что меня убило сейчас? Что меня убило? Ва? Я сам себя? Каким макаром? Просто потрясающе. Не-не-не-не-не, с этим, нет, не надо этого мне. Необходима срочная атака по отмеченной точке. Двигаться по карте. Ася, ну, я пытался... Ну, охереть, они уже сверху, просто везде. Но я пытался танк сбить, потому что никто не будет этого делать, кроме меня, потому что всем насрать, кто-нибудь собьет танк, они думают. Ну, быстрее, 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 быстрее! Там же танк! Где он? Где танк? Где танк? Танка нету? What the fuck? Да... Я не могу сбить вертолет, отлично. И там снайпер по-любому где-то засел. Кусок.
точное попадание, вы это видели? Пошли вон. Как им повезло, наверное, получить базуку. Вы видели это точное попадание? Фак. Как сюда пройти-то? О, нет, не то! Воу, откуда слева-то? Так, отбежим в угол, полечимся. Отличный хил. Нихера себе он прилетел. Чувак, полечу, 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 полечу. Я же инженер, мать его. Где здесь патроны, а? А это что такое? А, может закрыть затворы. Черт! Не пробили дверь. What the fuck? Ну! Нет, он ставит! О май гад! О май гад, все просрали. Опять этот дебил здесь, смотрите, где он ходит? Ай, вот это физика. Точка А осталась, окей. Где точка А? Здесь. Вы это видели? Вы это видели сейчас? Владение противотранспортным оружием? Что? За... Что? Ну я его отогнал. Как заряд установлен? Там же танк. What the fuck? What the fuck? А где все... Вот я не понимаю. А, считается как... Где все команды? Смотрите, что этот дебил делает? Они даже не хотят делать то, что нужно. Они сражаются против танков. Вместо того, чтобы бежать разминировать бомбу, он сражается против танка. What the fuck? А по... А, окей. А почему он не вышел? Почему он не вышел из танка и не стал разминировать? What the fuck? Это... О, прикиньте, я уже на пятом месте. Дебил. Но мы убили друг друга, окей. Я вам попал в голову, не знаю, как он меня убил, если честно, но я... Не знаю как. Просто не знаю как. Честно, вот. Окей. Ну просто звереть. А, уже оттуда, отлично. Я в нее стрелял вообще-то, но в танк почему-то полетела ракета, отлично. Тупое самонаведение, а. Ну давай, ну что такое? Дайте мне дислоцироваться уже. Господи, боже мой, то дают сразу, то дают, не дают сразу. Да вообще никто не понимает уже друг дружка, по-моему. Отлично, где я? Заряд уже установлен? Сраные вертолеты, а. И никого там нет, смотрите. Я даже не вижу, откуда меня стреляет. А разминировать бомбу кто будет? Понятно. Как они уже здесь втроем, а? Ну почему? Где все ходят, а? Это просто бесит, серьезно. Я уже на четвертом месте. Эта команда вообще играть не умеет. Она вообще ничего сделать не может. Я не видел ни воздушной поддержки, ни то, чтобы танки кто-то убивал, кроме меня. Вертолет как летал, так и летал. Никто его не может уничтожить. Отлично, уже Б потеряли в самом начале раунда. У них еще 65 респаунов. Что это за тупая команда, а? Они уже на А поставили? Нет, окей. Смотрите, никого нет. Все на... враги на А. На Б никого нету из наших.
Так! О, боже мой! Где вся команда? What the... Все, все, я не могу больше терпеть. Я выхожу отсюда. Потому что это бред. Потому что эта команда играть не умеет. Я выхожу отсюда. Хватит с меня. Все, нет. Терпение, моего терпения нет. Все, все, терпение кончилось. Это невозможно. Это просто бред. Невозможно с такими говноделами играть. Это просто бред какой-то. Сидел в танке один рядом с бомбой, не разминировал ее. А, пропустили спокойно. Никого на точке нету. Всем насрать, все на мосту где-то находятся. Молодцы. Просто отлично. Это невозможно в это играть. Вау, эта карта загружалась 3000 лет. Ну, отлично. Оборона, и у них... Ну, окей. Может быть, здесь команда нормальная. Может быть, меня наконец-то... Может, наконец-то игра сжалится, и меня нормальную команду добавит. Ну, вроде равные составы. What the fuck? А чё? Что мы... Мы штурмуем респаун? Окей. Окей, вот это понимаю. А если стрельнем просто вверх, она найдет ее сама? Нет, надо прицеливаться в нее. Я бегу, бегу, чиню. Чинить, нет, не могу. Не добегу я до тебя, чувак. Уж извини. Да куда этот мудак едет, а? Ну нахер... Ну ладно, он не знал. Отлично, ладно, хоть взорвали это дерьмо. Уже плюс. Я нажал. Алло! Алло! Почему я не могу к нему-то перейти? О, боже мой, какая-то опять тупизна. What the fuck? Так, я теперь понимаю, почему я не могу к ним перейти. Ну эти ребята точно знают, что они делают. Я бы еще починил, если бы кто-то из вас терминатором был. Потрясающе. Ну, естественно, он успел убить меня. Ну, эти хотя бы знают, что делают, окей. Окей, ладно, никаких вопросов. Ну, там команда, это просто был кусок говна, а не команды. Если я при первом знакомстве с игрой неожиданно оказываюсь в первой тройке, то все, значит, команда просто дерьмо. А по-другому не бывает. Либо команда очень хорошая, я попадаю либо в очень хорошую команду, либо я занимаю первое место и играю с полным дерьмом. О, так господи. А здесь я вообще ничего сделать не могу теперь. Потрясающая физика тел. Я не знаю, что это было сейчас. Но это было просто потрясающе. Ну, похоже, здесь... Не нужны. What the fuck? Просто отличное место. Пошло все в топ. Как спуститься нормально, чтобы не сдохнуть? Ладно, 70 какой-то тоже хорошо. Ну, я к тебе не доберусь уж, мужик, извини. Мы китайцы? Побегу за этим голубым. Ну, что-то их вообще запрессовали. Просто замечательно. Ладно, возьму снайперку, буду кемперить. Все равно здесь делать больше нечего. О,
твою мать! Бабочка! Пока. Охереть. Вау. Мы, конечно, их пристанули, они ничего сделать даже не могут. Черт! Не та кнопка. Ну, здесь что-то совсем бред. Здесь я попал в какую-то какую-то сильную команду. Кривой. Попал. Ну, выбеги давай. Все, что ли? А, они уничтожили все-таки 4 из 8 целей, я-то думал. Значит, ты попал где-то в середине игры сюда. Ну, если они хотя бы половину взяли, то ладно, окей, я же не видел, как они играют. Дивизия 6, очки разведчиками. Что это значит, хрен его знает. Во, вот это я понимаю, 0-4, счет 1794. Вот это хорошая команда, вот это понимаю. Ну, опять же, из той выходят все. Подождите, давайте запомним, кто был в этой команде. Мисель Гетто, Тони, Репейс, Дживи, Майнс, Дани, Райнер. Ну, в общем, запомнили, посмотрим. Если в следующем раунде будут они, хотя... Ну, если имею в виду поменяется карта, то тогда значит то, что... Команды не перетасовываются между картами.